Всем добрый день. Сегодня 27 июня. 5 недель гусям моим, гусятам, лежат и едят. Вода свежая, уборка произведена. Да просто релакс за ними наблюдать. Почти не бояться. Да. О, легла и ест. Гусыня, наверное, будущее. Выросли здорово. Сегодня жарко. В сад их не поведу. Будут здесь больше тени. Здесь бассейн. Там растет трава за сеткой. Новенькая. Здесь тоже отрастает. Если их переводить с места на место, травы тут просто валом. Или сено едят. Или траву. Или корм. Да. Идите пейте. Да. Пришел на сено. Всем добра. Ничего сложного в разведении я не вижу, ни в разведении, а в содержании. Шел птичник, убрал, воды налил, корм сварил, поставил, все. 2 раза в день едят и растут. Щиплют целый день траву, докупаются. Вся забота. Ай, потягушки какие. 2 серых вот этих, гусыни, наверное. Меньше остальных они. Маленькие. Вон гусак стоит здоровый. 5 недель прошло. 2 раза выросли. Взвешивать не взвешивали. Идите пить. Легли и клюют. Да. Куй. Веселуха с ними. Релакс.